Всем привет. Привет, девочки, привет, мальчики. Слушайте, ну что, мы так нахерачились? Ну как мой, я? Я нахерачился. Что-то сидел, смотрел YouTube, пил виски. Пил. В итоге по бутылке выпил. Утром сходил в банк, сделал карту. И этот, как его, на пляж сходил. Чуть-чуть загорал. Но уже пришел поздно, а лежаки были все заняты. Поэтому чуть-чуть посидел, поел роллы с курицей. Ну, не японские, а роллы в лаваше с курицей, как типа шаурмы. Поел, выпил воды литр. И думаю, нет, пойду я домой спать. Вот сейчас поспал и еду в сторону работы Игоря. Пойдем гулять. Да, туда, в район Бурдж-Халифа еду. Такая красотка всегда здесь стоит. Вчера, кстати, встретил блогера в магазине. Девушку, как она, Любяткина, или как она правильно, черненькая такая, с молодым человеком была в магазине, живут в нашем доме. Мы с ними поднимались вместе на лифте, но они на несколько этажей, не буду называть, в каком этаже они, а то мало ли они тут на ПМЖ. Они на несколько этажей ниже нас живут в нашем доме. Прикольная такая красивая девчонка. Так, мы сейчас идем с вами на трамвай. И от трамвая мы поедем на метро уже в сторону Бурши. Смотрите, все в песке. Нажимаете, чтобы wait, ждите, чтобы пройти дорогу. Завтра утром в 11 утра едем с директором фильм смотреть про то, как индус приезжает покорять. Да, когда визу вы оформляете рабочую, вам нужно обязательно посмотреть фильм про то, как приезжает индус в Дубай, бедный, становится богатый, зарабатывает много здесь денег и все равно уезжает за всю страну. Сказка о том гласит о том, что все равно эту страну нужно всем покинуть, потому что жить здесь полностью, ну, всю жизнь нельзя. Конечно, сейчас пик самый. Ну ничего. Это я перехожу станцию с трамвая в метро. Нам налево с вами. Вот, нам сюда, Бурдж-Халифа. Вот карта. Вот мы находимся вот здесь, Сопха. И нам ехать вот сюда. Бизнес Бэй. Нам на Бурдж-Халифе лучше выйти с вами. Давай, давай.
Your attention, please. The train to Center Point will depart from platform. Об эту штуку. Мне надо еще карту переоформить. У меня же вот эта карта туристическая в метро ездить. Надо показать им ID, они переоформят на местную карту. Там как-то подешевле, поинтереснее вроде тарифы, не знаю. На самом деле здесь все очень просто. У них какой-то праздник здесь будет, и все, видите, украшают в этих, как у нас Новый год, в гирляндах. А у них какой-то местный праздник. Игорь пишет. Что надо? Расческу и глину. Все ему что-то мало, все ему мало, все ему надо. Красиво здесь. Потом пойдем погуляем. Если силы будут у Игоря. Вот Буштабик. Смотри. Вот что-то такое. Встал, значит, стоит. Кстати, помните Риту, которая работает в Прадо? Она переезжает жить в Дубай в ноябре. Ее устраивают сюда. Их офис переезжает, короче, в Дубай и в Лондон. Но она вот идет, по-моему, в Лондон вторая страна. Но она ее отправляют в Дубай жить. Поэтому скоро у нас пополнение. Рита и, возможно, будет Аня. Все очень-очень скоро. Все, девочки, мальчики, мы доехали с вами. Мы в Дубае, мол. Зашел пока в книжное время есть, Игоря жду. Вот какие-то пазлы здесь. Сколько вот такие пазлы стоят? 1000 пазлов. Пазлов. 1000 сколько стоит? Что, бесплатное, что ли? А, вот. 90 дирхам. Ну, где-то 1500. Кстати, недорого. Ой, красиво. Какой-нибудь сказочный Бали. Смотрите, ребята сидят, индусы. Книги читают на полу. И все-таки меня не покидает надежда купить русскую книгу какую-то здесь. Но вот пока только я вижу на английском и на местном. Видите, у них как книги открываются, не как у нас, а у них вот так вот. И читают они вот так вот. Мы вот так читаем, а они вот так. И вот так вот перелистывают они страницы. Так, это на арабском. Окей. Журналы. Я раньше часто покупал такой журнал. Ой, что-то здесь так много выпусков у них. Наверное, разные эти месяцы.
Это прикольный журнал. Тут много всякого про правильное питание парням, про какие-то тренировки. Ну, по крайней мере, в российской версии так. Вот видите, сейчас покажу. Вот видите, тут про БАДы, про питание. Ну, вот российская версия мне очень нравится. Я здесь, конечно, ничего не понимаю. Что здесь и про что. Ну вот, в России я такие часто журналы покупал раньше. Ну, я так понимаю, это Каранда. Магазин огромнейший, просто огромнейший. Ну, статуэтки всякие. Это этот, Гарри Поттер. Девочки, а я вообще снимал? Нет. Мне кажется, у меня камера остановилась. Это Хищники, да, по-моему? Блин, а он на китайском есть. Че, на русском нет, что ли? На китайском есть, значит, вон диет фитнес. На инглише вижу. Диет энд фитнес. Красивые арабы, да? Прикольные. Не все, конечно, собственно, как и русские. Но такие прям... Молодцы, хорошо выглядят. Сколько всего про питание. Книги, книги. Так, подождите, сейчас еще раз посмотрю. Давайте сейчас без вас посмотрю, если найду, я включусь. Магазин просто огромный, чтобы вы понимали, просто огромный. Конечно же, в этом магазине не было русских книг. Мы хотя спрашивали, с Игорем уже заходили в этот магазин. Нам говорили, что их нет. Я думаю, ну мало ли, какая-нибудь одна, какой-нибудь, не знаю, о местной истории, о местных традициях. Хоть что-нибудь на русском. Девушки снимают какие-то тоже эти блоги. Смотрите, какая красота. Я не знаю, куда мне нужно спуститься, наверное, вниз. Не знаю, где Игорь будет, где ему удобно будет. Он Зара, может, Зара только скажу. Видите, они украшают, как Новый год, Новый год. Но это не Новый год, это у них какой-то местный праздник. Новый год будет на днях. У нас отель тоже украшают гирлянды. Зара мужская. Пойдем сходим. Всякие рубашечки висят. Где-то 3500. Но цвета мне такие нельзя на работу. Может быть, я бы даже что-то и купил, но нельзя. Черно-белое только на работу. И так уже понабрал много лишнего, что потом в шкафах лежит. Рубашку вот надо бы купить на самом деле. Сколько она стоит? 189, 3,5 где-то. 3,5. Такие резиновые рубашки. Материал такой он тянется. Прям резина. Так, давайте, ладно, я посмотрю что-нибудь, потом это, выйду к вам на связь. Слушайте, какие крутые пуховики, просто вообще пушка. Вот только ради такого пуховика хочется в зиму. Но это буквально на одну секунду.